здание горит какая-то. Закрытием, и волной, прям волна такая, я не знаю даже, как ее описать, мне прям взрыв, такая продолжительная, прям как будто она под землей. Ну, не знаю, там все полетело, у нас в магазине все вдребезги. Причины и характер взрыва устанавливается. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошло возгорание и пожар. Вот та точка, где мы сегодня находимся, это, по сути дела, эпицентр трагедии.